Всем добрый вечер. Leo.
чего, лапу не дадите? Нет. Стоит перед лицом босса, а все равно кит.
Вот, дай антифер на шар. Сейчас. Кольцо вроде есть. Я что-то пропустил или вы новую тактику изобрели? Да, да. Хорошо. Дайте пати. Дай. Портал уже улетел. Сумонить вас. Грима. Только он не передается, к сожалению. На фоне мне на коте 200-м, я не понимаю вообще. Ликаем! Я тебе теперь воронки вообще хуй когда дам, тролль ебаный. Кто ж там так печатает активно, как пулемет? Сколько их?
первый день. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом колизее... Кто главный там, ДК? ...с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда... Бля, ты уже получишь меня, где? Несправедливо. Но в минус, да. Из самых глубоких и темных вещей носовой гряды был призван Гормак, бросающий Биви. Бой, герои! Он зашел. Он здесь.
Блять, а плащ-то боешка, да? Пизда вообще. Да с ловкостью нахуй. О, ништяк, я его одел, чтоб не говорили стартида. Здорово! Сейчас великий чернокнижник Вилфред не попал. Хейтеры все равно будут говорить. Ну, пан мой хейтер номер один. Ух, сейчас так я забью. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом! Мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джарацус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Я сейчас так же умер. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается.
Что тебе угодно? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Тотемы уберите. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу... Тотемы убирай. Это было лишь основой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Я могу медведям, если Холипал частицу кинет на меня? Не как тогда Додик. А вы их в бок не отводите, танки не уходят в бок. Ну просто мы так убивали. Я так привыкла, поэтому спрашиваю. Уводят, но все равно они акаются на рейд, если близко подойти. Ну не знаю, ладно. У меня бафов нет. А чё, хоть одна хилка не прошла, вообще, Холипал? Что я? Чистится. Thank you.
Значит, просто отошел далеко, что он не прохим. Самул отобьем сейчас. Угу. Да. Пустая и горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали велишь, сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Давай стол поставлю кушать. Кликните, кто там нажмите. Набирайте штруделя и кушайте. Кто кулаки давал? Будете без бафа. Поехали. Давайте, давайте. Ну, я написал в чат кулак под друидом, до сих пор кулака нет. Сейчас есть.
Это был договор. Не надо было брать черную. Это не тот каст. А я что-то тебя послушал, ну ладно. Я не брала черный, если ты живой. Сейчас каст бегнут. Сбейте каст. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов. Поясок. А тебе разве не надо? Наши п. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Не, ну разбис. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Сейчас выяснил. Клятва упала вместе с ласта. Ну что вы творите? Он уже закопался.
Блин, ну я же на луну забежал. Почему они не пропали? Давай. Поздно. А я тут при чем? Я его даже не нагрел, его сразу кто-то хуярит. Жука сейчас забирайте, готовьтесь. На лужу, жука на лужу. Клятва моя упала, бесовая. Ну правильно, мага хилить не надо. Чё. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Да, они вчетвером все отхилят. А сколько надо громкость микрофона ставить? Я просто без понятия. Я тут ничего не настраиваю. Ты можешь нажать правой кнопкой и сделать ее потише наоборот.
Не, просто ты единственный человек, который мне сказал, что я громкая. Больше никто не говорил. Он привередливый. Будет козёл. Олигофрены, блядь, зашли в инст и никого не присумонили. Там лог, сейчас будет лог в инсте суммонить, в чем проблема? Ждем суп уже. По таланту уже есть на меткость? 3%. Тогда тебе вроде 8 надо иметь. Зачем? Ты сам ШП даешь 3%, плюс у тебя талант на 6. Уля! Вот единственная настоящая сила в запределье — это гроза! А, ты всю меткость вместе посчитал, ебать я тупой.
На мне полимор. Забирай, да. Это секунду. Все равно не передобрался. Спасибо. Сбери агро. Кстати, никто не обоссанный, благодаря Нику, Брюлит лутает. Двое убито, подожди. Рэй, снимай, пуляй. Еще не готово.
Бля. Который уменьшает КД. У тебя есть пет, у тебя есть тучка. Ну там все. Там взрывом не бьют. Слышишь? А тут надо. Портал шатра. Глаз хорошая штука. Оно вроде прокает, я не знаю. Ну уже войды поносит. В портал заходим или я портуюсь? Мне пофиг. Талант на свет небес, потом от джаги 15%. Ну, а хостующий.
Анту Т4 не заходит. Как и ДК. Это если только локу. ДК Т4 круто. Кроме фроста. И все равно меня не передамажит. Я постою. Плюс 300 ЕП. Есть у кого-нибудь Дживс? Нет. Ставь на меня метку, я нахуй встану. Насрать. Я в инсте буду поставлю хламобот на ремонт. Нет. Что мои уши не так часто вообще. Есть где я. Так, вроде все судьи. Начнем где? Все тут. Моя крона стоит вашей погибели. Освободите меня. И я, быть может, дарую вам. Сейчас ГП полетит. Дух стаи и аура конского ДПС. Теперь мы убьем часы. Сделала микрофон потише, теперь вас не слышу. Зашибись. Суманете?
хорошо, но... Жмите, жмите, жмите. Давай. Ты будешь считать? Смотри, у меня 13к. Сафири нету ДПС. АФК. Thank you.
Веру? Кто из нас слабее? О, перчатки. Портал. Тело. Квест. Че, голову пролим? В смысле? У меня два синих крыса. Саникси, ты тоже забирал? Так ты Саникси сегодня забрал, а какой квест на Никси, так он не падал. Ну да, кто спрашивал, где квест давать. Ну это бан уже. Престу дайте. Просто кинул меня на грудь. Да я Престу говорю, кинул на грудь меня.